Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о такой вещи, как отсаживание кеннера после кладки самки. Был такой комментарий под прошлым видео, что после того, как самочка уже отложила яйца, кеннера нужно отсадить, что он якобы не нужен. Я уже не первый год занимаюсь содержанием канареек, и я стараюсь их не отсаживать. По той причине, что самка и самец уже споровались. У них уже сформировавшаяся пара. И во время того, как канарейка высиживает яйца, кеннер ее будет кормить. Также, когда вылупятся птенцы, кеннер будет помогать в кормлении птенцов. Поэтому отсаживать их не имеет смысла. Я их отсаживаю в том случае, если самец начинает давить птенцов, начинает клевать яйца. Такие действия происходят со стороны самца, которые могут навредить потомству. Тогда я отсаживаю их. Но если все нормально, если самец адекватный, не буйный, яйца не ломает, птенцов не давит, а наоборот ухаживает за канарейкой и птенцами, в таком случае я их не отсаживаю. Также еще момент, когда, допустим, вылупятся птенцы, он будет кормить. Когда птенцы чуть-чуть подрастут и их нужно будет отсаживать, канарейка будет идти на следующую кладку. В этот момент у них уже, как я говорил, сформированная пара, и им незачем будет снова образовывать пару. Они уже привыкшие, они уже в паре, и самка легко и быстро пойдет на следующую кладку. Поэтому самцов я не отсаживаю, если этого не требуется. А по поводу мешать, не мешать, то не знаю, как, чем он может, самец, мешать самке. Ничем он не может мешать. Он, наоборот, ей помогает, кормит. А если их отсадить, то после кладки, когда птенцы подрастут, им потребуется снова время, чтобы друг к другу привыкнуть, чтобы снова создать пару. Хотя, допустим, в прошлом году они были в паре, в этом году, если их споровать снова, птицы уже по стечении какого-то времени отвыкают друг от друга. Ну, здесь, конечно, промежуток не такой, что там год. Допустим, первая кладка, раз самца отсадили, и на вторую кладку обратно можно подсадить, в этом проблемы нету, но все равно потребуется какое-то время. Потом можно пропустить то время, когда самка уже начнет откладывать яйца. Если вовремя не подсадить кеннера, то самка отложит яйца, они имеются в виду не спарятся, канарейка может отложить яйца, и яйца будут пустыми. Поэтому желательно не отсаживать кеннера. Я не знаю, почему вот человек написал, что нужно отсаживать. Вот такие мысли. Еще что можно сказать? В этом комментарии еще человек говорит, что отсади кеннера и поставь его с другой самкой. Зачем мне ставить этого самца с другой самкой? Какой смысл в этом? Опять они начнут с другой самкой друг к другу привыкать, пока у них образуется пара. Это пройдет время. Потом, когда эта самочка снова захочет пароваться, мне опять нужно будет его сюда, кеннера, пересаживать. И опять нужно время, чтобы они друг к другу привыкли. Потом самец, если будет
допустим, две самочки покрывать по очереди, самец тоже будет истощаться, у него тоже, ну, на это же энергия у него уходит, силы уходят. Зачем мучить самца, зачем, ну, чтобы он, да, лишний раз, допустим, свои ресурсы, свое здоровье лишний раз тратил. В любом случае, когда они паруются, самец теряет там определенное количество массы тела. А, допустим, он с одной самкой, вот они сидят, три кладки самка пока не отложит, не выведет птенцов, он будет сидеть с ней. И максимально ему будет комфортно, никакого вреда его здоровью не будет. И самка будет максимально спокойно себя чувствовать. И не будет у нее вот этого периода, когда они должны будут друг к другу привыкать. И самцу, и самке будет это максимально комфортно. Поэтому, не знаю, я не вижу смысла в том, чтобы после того, как самка отложила яйца, пересаживать к другой самке, затем обратно к этой самке подсаживать. Ну, в этом нет смысла. Лучше иметь, если, допустим, иметь несколько самок, лучше, конечно, к ним иметь несколько самцов. Сколько самок, столько и самцов. Вот, допустим, у меня вот самка, самец. Вот у меня здесь самка, но здесь сейчас темно, уже вечер, не видно. Здесь у меня самка канарейки. И вот у меня еще один кеннер. Если я захочу споровать канарейку свою с кеннером, вот у меня сидит кеннер. Две самки, два самца. Но здесь у меня сейчас с этой канарейкой сидит щегол. Я хочу получить гибрида, поэтому я... Вот они. Поэтому я подсадил к этой канарейке щегла. И в вольер их посадил большой, чтобы щеглу тоже было комфортно. Потому что в неволе вообще щеглы, ну, размножаются плохо, да? А так у меня самцов на самок хватает. Зачем я буду самца тревожить, самку тревожить без конца, их туда-сюда отсаживать, пересаживать? В этом нету смысла. Вот у меня чижи есть, вот самка чижа есть. Ну, я хочу вот гибридов получить, у меня никак не получается. Вот в этом году, надеюсь, получу. Так что отсаживать это не для меня. Может, кому-то это нравится, может, кто-то так, да, делает. Я такого не делаю, мне это не нравится. У меня все с птицами хорошо. Даже при том, что они вместе сидят, у меня все нормально. Никаких проблем нету. Я много птенцов так получил. А ну это каждый, да, решает для себя. Кто-то может отсаживать, кто-то не отсаживать. Но в моем понимании, вот именно так, как я говорю, так и должно быть. Для себя, для меня это так мне удобно. Может, для кого-то по-другому, может, я не прав. Но для меня этот вариант самый оптимальный. Поэтому я их не отсаживаю. И если без надобности, не буду их отсаживать. Вот такие вот дела, друзья. Конечно, спасибо за комментарии, спасибо за советы. Но все-таки решение за мной, да? На этом все, друзья. Всем, кто подписан, спасибо. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Всем, кто пишет комментарии, огромное спасибо. Кто ставит лайки, огромное спасибо. Все, друзья. До следующих встреч с новостями. Буду с вами делиться. Как только птенцы у меня появятся, вы обязательно об этом узнаете, увидите на моем канале. До следующих встреч. Всем пока.